Здравствуйте, Кристина. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, что вы здесь делаете? Я вижу, вы только путаетесь под ногами. Никаких серьезных у вас нету ни инструментов, не вижу. И не красите. Смотрите, вон молодой человек. Вот как усердно, упорно. Я уже посадила дерево, между прочим. Когда это было? Несколько лет назад, наверное, на субботник. Сегодня я уже посадила сосну, получается, да? Вот этот я не знаю, как получается. Меня, я внесла вклад в его преобразование. Кристина, вы знаете, вы не настолько популярны, что вас все прям знали в лицо, узнавали. И, поэтому представьтесь. Меня зовут Кристина Циркан, и я ведущая передачи про ремонт. Упс, скажите, пожалуйста, эта передача уже настолько расширилась, что теперь она ремонтирует садики, и, вернее, территорию, которая прилегает к садикам? Она расширила, да, границы. У нас запускается новый проект. Это про ремонт ландшафт, где мы будем заниматься именно облагораживанием придомовой территории. Если у вас есть дача, загородный дом, или вам просто надоело серое унылое... У меня есть загородный дом, вы шутите? Ну, конечно, многие живут за городом. Дублешты, Яловена — это тоже загород. Поэтому ясно. Для людей, которые там живут, естественно, есть такая возможность облагораживания территории. Очень еще мало знаком людям ландшафт, дизайн ландшафт, поэтому... Я так понимаю, вы партнеры проекта «Лояль», да? Да, совместно с партнерами проекта «Лояль». Вот предложили, мы не могли отказаться. Ну, здорово. Поддержали такую акцию. Будем сотрудничать, если вы такие активные, то почему бы и нет? Конечно. Идем копать? Идемте. Идемте копать.